пуск! Ничего не выходит! Давай же, еще раз! Ай, безнадёжно! Проклятие! О, прямо как в старом добром кино! Эй, полковник, что случилось? Все в норме. Артем, уходим. Хватит играть с аппаратурой. Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Ульман, налево. Профессор, направо. Артем, прикрываешь меня? Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артем! Отлично, парень. Теперь тихо. Пошли. Ульман, держи дверь. Владимир, это твоя тема. Что тебе нужно? Дай-ка соображу. Инструкция А-124, третья страница. Панель ДС-22. Ах да, вот же она. Железная память, Володь. Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Нет, не зря я учился всей этой ахинеи в армии. Заработало! Ай да оборудование! Так, а теперь займемся ракетами. Отлично. Первый уничтожен. Второй небоеспособен. Третий, четвертый, пятый, восьмой, десятый. Да быть этого не может. Вот, вот он. Один есть. Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Какого дьявола? Что произошло? Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть, этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить. Даже аварийное освещение, чтобы ему напряжения хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артем, Ульман, за мной. Проклятье. Проклятье. Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. Ульман! Вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артема. Ну, удачи всем.
Упырье вымя. Да оно теперь повсюду растеклось. Что за мерзость? Придется идти в обход. Вперед, но аккуратно. И прикрываем друг друга. А вот и питомцы сухумского обезьянника. Идите ко мне, друзья. Раздача. Подходи по одному. Вот он. Надеюсь, он еще работает. Раз-раз. Народ и метро, мы ждали вашего появления. Мы те, зовете невидимыми наблюдателями. Вы приступили запретную черту. И теперь познаете наш гнев. Урман, хорош дурачиться. Товарищ полковник, я починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Поехали. Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артём, теперь держись. Эта мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. Справишься с этим? Смерть уродов!